чергу. Цим скористався Іван Єрмаков із Москви. Він не звик пасти задніх. Shot tonight, it's a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Come together right now. Over me. Как вас зовут? Меня зовут Иван Ермаков, мне 16 лет, я из города Москвы. Три девушки мгновенно рванули рычаг, и затем... Еще двое мужчин присоединились к ним. Тимати, почему? Тут, наверное, даже дело не столько в голосе, сколько в рационально использованном времени, в подходе. Парень сделал очень креативную, интересную штуку. Он взял песню Eminem'а «Lose Yourself» и положил ее на аранжировку «Come together right now, over me». Круто. Очень прикольно. И прочитал, и спел. Если бы ты еще и сам сыграл на гитаре, вообще был бы космос. Визуально вы мне лично нравитесь. Мне нравятся высокие мужчины. Вопрос как заместителя эксперта по танцам у меня сегодня, Ген. В вашей жизни музыкальной присутствует движение, потому что двигались вы никак. Вы вообще способны к движениям на сцене? Ну да, конечно. А вы можете нам как-нибудь показать? Мы хотим все увидеть. Так, девочки хотят увидеть движение. Девочки хотят потанцевать. Давай. Еще раз для девушек постарайся. Эй, это хорошо было. Полина, мне кажется, это к тебе. Нет, нет. Да, да, да. Почему остановили музыку? Не останавливайте музыку! Сережа, молодец, так тоже включился. То, что сейчас сделал Тимати. Тимати, это конечно. Это просто нереально. Слушайте, парни, у меня вопрос такой. А вы вышли танцевать, потому что не могли не танцевать? Или вам не понравилось, как танцует Андрей? Или наоборот, понравилось? Я под такую музыку не могу сидеть на месте. Да. Нас штырило. Штырило. Штырило судей. Ошпарило девушек. А что Константин? Ну... Во-первых, еще раз должен отметить, что у нас самое лучшее в мире жюри. Правда. Очень правильно и очень с хорошим вкусом выбрана и песня, и аккомпанемент. У вас реально замечательный, правильно аккомпанирующий вам гитарист. Вы хорошо спели, и вы, в принципе, хорошо поете.
У меня есть вопросы к вашей внешности. Применительно вот к нашему проекту, к нашей группе, при такой внешности нужно быть немного более собранным, смелым, решительным. Вам не хватает одного, не хватает концентрации, не хватает какой-то, мне кажется, какого-то стержня и силы воли чуть-чуть. Знаете, надо чуть больше мужественности. В силу того, что нам дается всего полторы минуты, мы впитываем информацию из всего, правда. Знаете, вот по любой мелочи нужно успеть определить, суммируя все эти составляющие, талантлив человек, перспективен ли он. Поэтому здесь все важно. Я считаю, что вы достойны второго тура. Безусловно. Спасибо. Жизнь прожит, и не зря с Полинкой танцевал. Я видел. И Серегу Лазареву научил делать свой фирменный. Посмотрим правде в глаза. Если мы не отвлекли внимание от его танца, так, то есть, вы понимаете, кто вытаскивает шоу, да?